Охереть, прикинь. Все, пожар. Ой-ой-ой, какая беда на проспекте 19-го. Ой, там непонятно, ну. Ой, там еще и смельчак какой-то пытается переплыть. Ужас. Там тоже вода. Но ее явно меньше. А вот здесь мы не видим. Кошмар. Народ прокладывает новую дорогу по газону. Так, похоже, наш дом в опасности. Это уже очень страшно. Посмотрите, что произошло. Рухнула часть этих, ой, почвы, и сломался вход в подвал. И теперь туда вся вода, которая здесь находится в Москве, льется потоком огромным. Так, кто подскажет, что делать? Наш дом старый, он может вообще не выдержать. Да, это наводнение. Это... Ёбаный в рот! Слушайте, это, походу, лучшая история, которая вообще у меня была. Ну, пизда-то хуля. Нет, еще не потушили. Вот отсюда берут воду, я смотрю. Ну, ребята, прохожие, молодцы, помогают. Там из окон уже кто-то кидает вещи, переносит. Молодцы, прохожие. Не... Правда, конечно, страшно, не обрушится ли крыша.